где-то я слышал, но разговоров нет, но слышал, как что ходили здесь. Ну и между нами завязалась драка. Я уже в состоянии таком уже возбужденном. Но я схватила в порыве и треснула ее по голове с левой руки, бо у меня левая. Потом я подушку с ним вытащила с нее. И так, ну это было мгновенно так. Ну, одна эта банка разбилась. Я как-то машинально, у меня попался осколок, и я начала ее царапать, даже сама не понимая, как это так. Вот я уже в таком, схватив ее за горло, еще она руками со мной боролась, и начала ее душить, скажем так. Но я пошла и в свою комнату легла спать. А утром она обычно в 7 часов уже лила, я хочу кушать. Я зашла в ее комнату, смотрю, она как в таком положении, я подошла и потрогала даже рукой. Я поняла, что она мертвая.